В Нью-Йорке уже начали отмечать скорбную дату. 15 лет со дня терактов 11 сентября. В городе прошел парад полицейских. В Нью-Йорк приехали сотрудники полиции со всех штатов Америки и даже из Канады. В основном это представители оркестров. Парад специально проводится отдельно от всех мероприятий, посвященных терактам 11 сентября. Это сделано для того, чтобы событие не затерялось среди множества остальных, запланированных на завтра. Парад возглавил шеф полиции Нью-Йорка, а первыми прошли те, кто прибыл на место терактов первыми к Всемирному торговому центру. Мы все сотрудники департамента полиции Нью-Йорка, и мы все были там 11 сентября. После этого теракта у нас появилась традиция проводить свой парад. Он начинается от памятника погибшим полицейским. Тогда, 11 сентября, мы потеряли 23 сотрудника. И вот наступила важная дата – 15 лет со дня теракта. И поэтому наш парад гораздо масштабнее, чем обычно.